Всем здравствуйте. В одно время мне понадобилось создать аккаунт бренда, и я не знал, как его создать. Может, кому тоже эта информация понадобится. Как создать аккаунт бренда? Мы находимся на главной странице своего аккаунта. Если такой вид, то нажимаем «Настроить вид канала». Нажимаем на аватарку, которая находится вверху справа. Появилось вот такое окошко, и здесь нажимаем на шестеренку. Здесь нажимаем «Расширенные настройки». В этой строке «Связать канал с аккаунтом бренда» нажимаем. Появилось у нас вот такое окошко. Это основной канал. Нажимаем здесь подробнее. Откроется вот такая справка. И нажимаем «Как создать аккаунт бренда». Нажимаем. Еще раз опускаемся ниже. И здесь переходим к списку каналов. Перешли к списку каналов. Вот это у нас основной канал. Теперь необходимо создать канал. Создаем канал. Здесь записываем название аккаунта бренда. Записали и нажимаем «Создать». Все, аккаунт бренда создан. Теперь настроить вид канала и так далее. На эту тему у меня есть отдельное видео. Ссылка будет дана вверху. Переходим по этой ссылке и проделаем то, что нам необходимо проделать. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.